Дорогие друзья, я хочу кратко представиться. Меня зовут Наталья Рюков. Я переводчик присяжный, который работает в Берлине с переводов, собственно, уже более 16 лет. Наша сфера охватывает практически как устное сопровождение, так и письменные документы, переводы, заверения. Я участвовала в очень многих, скажем так, переводческих встречах на уровне послов республики, переводила на конференциях, на выставках, люди искусства, люди культуры, в общем-то, скажем, в числе моих клиентов. Встречи были очень интересные, переводы, скажем, очень содержательные. И всего большое счастье и радость для переводчика познакомиться именно с этими людьми. Письменная часть работы занимает уже очень большое время. Это договора, это нотариальные документы, это свидетельства, это, скажем, различная масса технической документации. На моем сайте видно, скажем, очень огромный обзор, скажем, тех направлений, которыми мы занимаемся. Обращайтесь, мы поможем быстро, качественно, цены вас приятно удивят.